Есть люди с особо чувствительной кожей. Их лучше не трогать. Они не похожи на всех остальных. Они носят перчатки, скрывая на коже следы отпечатки лилового цвета от чьих-нибудь пальцев бесцеремонных в иной ситуации. Они опасаются солнца в зените. Обычно, надев толстый вязаный свитер, выходят из дома по лунной дорожке пройтись и не любят, когда понарошку, когда просто так, не всерьез, ненадолго. Болезненно чувствуют взгляды, иголки и крошево слов. Они прячут обиду в глубины глубин, но по внешнему виду спокойны они, как застывшая глина, лишь губы поджаты и паузы длинны. Они уязвимы, они интересны, и будьте чутки и внимательны, если вы их приручили. Они не похожи на всех остальных. Они чувствуют кожей.